Зачем пришел? Все кончено. Лексика подростка, бросающего девушку, не подходит. Говори нормально. Ну, слушай. Ты самый последний мерзавец. Подходит? Подходит для Лиги вандалов и бедняков. Я все выяснил. Зейнеп сама мне все рассказала. Я больше не работаю на тебя. Отныне не вздумай приближаться ни к сестре, ни ко мне, ни к родителям. Ясно? А что ты сделаешь? Пораскинь остатками мозгов. И не угрожай зря. Я больше не буду на тебя работать. Понятно? Нет, будешь. Раз уж обезьяна разула глаза, так пусть уж и уши откроет. Ты будешь делать все, что я захочу, пока я не скажу «хватит». Не буду! Никогда! Нет, будешь. Как каждый предатель, который продает своего брата врагу, и как убийца, который очень боится сдаться в руки правосудия и скрывает свое преступление. Ты ничего не докажешь. Где оружие с места убийства Кэрин, Тарык? Если не у тебя, то где? В полиции его заждались, уверяю. Я уж не говорю о нашей тайне, связанной с Азаном. Дело свежо в памяти, даже напоминать не нужно. Я не сдам Кемаля такому мерзавцу, как ты. Прошло уже много времени с тех пор, как ты относился к братству как к деньгам. Сейчас твое геройство смотрится очень глупо. Ты никуда не уйдешь, пока я не разрешу двинуться. Ты дышишь благодаря мне. Так что смотри, не зли меня без повода.